Всем салам. Сейчас остановлюсь. Всем салам. Паркуемся. Всем привет. Слышно нормально, нет? Я в порядке. Как вы? Поменял только что колеса, прикиньте, на зимних на летние. Летние, только сейчас. Так лень было делать вообще. Я в Москве. Спасибо. Скоро много нового, много интересного. Вопросик он залетал, покурим. Я не курю, кроме вот как сигарет. Подголовник удобный вообще. Особенно на дальние расстояния вообще вот такой вот. Ну. Я считаю, да, с Лешей скоро будет спрашивать. Да ладно. Здорово. Здорово. Каспийский груз на связи. Да, приятно другое с тобой вообще увидеться. Спасибо, взаимно. Как зовут тебя? Андрюха. Очень приятно, Андрюх. Че, Барнаул-то приедете, нет? В Барнаул, говорю, приедете, нет? Ну, как пригласите, приедем. Связь пропадает что-то у тебя. Да, блин, вроде нормально ловит. Чем занимаешься? Где живешь? В Барнауле где? Ага. Хорошо, Барнаул, огромный салам. Вообще, тебе тоже, друган, огромный салам. Спасибо большое. Чем занимаешься? Кем работаешь? Да, по теме двигаюсь. Хорошо, хорошо. Слушай, друган, пытался рэпчик. Я с твоей подругой тоже, короче, но она, когда вы только начинали записываться, девчонка тоже барнула, короче, вы, я только треки скидывали свои. Вот она меня ознакомила с вашими. Напомни, напомни, как ее зовут? Катя. Может, да, может быть, я не помню, честно. Ну, вы только начинали, еще когда не развертелись. Я понял, понял. Что у вас там, вечер, что ли? Какое время-то у вас? Да у нас уже, блин. Сейчас, погоди, друган. Да у нас уже 12. О, понятно. Полностью ночь. Ну, хорошо, братан, всего тебе доброго. Крепко. Спасибо, друган. Давай, всего доброго. Связь, салам. Салам. Давай. Красноярску, салам.
Всем, всем, всем салам, салам. Всем салам. Всем. Аллергия. Аллергия. Не могу. Этот тополиный пух, он вообще всячески просто меня убивает. О, здорово, подушка. Классный диван. Всем, всем, всем салам, всем. Еще раз всем салам. Че, подскажите, как вам трек вот крайний? С Кравцем и пиццей. Как вам? Понравилось, не понравилось? Было бы интересно услышать ваше мнение. Пишите, ребят, в комментарии. Привет! Привет! Подожди, можно скрин? Подожди, стой секундочку. Давай. Давай. А то я была на всех ваших концертах практически в ближайших. И я никак не взяла ваш автограф. Блин, клёво. Класс. Очень приятно. Как... Спасибо, все хорошо. Я все сегодня ваш этот новый трек записал, видео записала, тебя отметила. Вообще пушка. Просто лучшие. Класс, мне очень приятно. Мне правда очень приятно. Очень приятно. Как зовут тебя? Меня Диана. Я с Калужской области. Привет. Откуда ты? Калужская область. Калужская область, понятно. Всей Калужской области большой привет. Спасибо. Скажи, пожалуйста, кременкам привет. Кременки. Кому? Кременки, кременки. Кременки? Да. Что это? Это вот город такой здесь. А, город такой? Да. Я что-то... Понял, первый раз слышу. Кременки, огромный привет. Блин, можно еще раз скрин, пожалуйста, секундочку. Клево, блин, спасибо, прям мне так рада. Меня аж прям трясет. Пока-пока. Всего доброго. Удачи вам, удачи. Спасибо. Калуги, привет. Всем привет, ребят. Всем привет. Рад вас всех видеть. Всех, 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 всех. Всех, 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 всех. Очень приятно. С Лешей как только так сразу, я честно. Я только за сделать. О, не здорово! Кури, не кури, братан, не кури. Все, все, так ты тоже куришь? Не кури. Да ладно, я-то что, я старик, блин, уже. Ты вон какой-то достань. А как сам? В порядке, ты как? Тебе с Кирова привет. От всего Кирова. Огромный обратно салам Кирову. Огромный. Бля, как приезжал, я был на твоем концерте. Бля, по красоте выступали, красавцы. Спасибо, очень приятно. Давай, слышать. Спасибо. Приезжай, братан. Обязательно, обязательно приедем. Как только, так сразу. Мы только за. Мы любим ездить и давать концерты, и общаться с публикой, и все остальное. Все понятно. А ты в каком городе? В каком городе двигаешься? Москва двигаюсь. Москва. Круто. С Гуфом будет у тебя фит? Вот, это часто задаваемый вопрос. Да, будет. Бля, делайте вещи. Вы отцы нашего рэпа просто. Делайте вещи. Ребятки, делайте. Спасибо. Бля, братан, спасибо. Слышь, а можно у тебя попросить? Ты можешь эфир этот сохранить? Я, честно, не сохраняю эфиры, я себя не люблю в эфирах, поэтому я так... Я Блин, чисто... плохо сохранил, я запись бы сделал, у меня просто не iPhone, у меня Android, короче, у меня записи экрана понимаю, нет, бля.
понимаю, но ты меня тоже пойми. Поэтому, ну все, базар, нет, давай. Удачи, спасибо тебе, что вышел со мной вообще от души. Давай. Спасибо, тебе тоже удачи, всего доброго, пока. Пока. Ну, какие приятные люди, все вы. Вы, если хотите, задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. О, вот, вот, человек. Сейчас должен выйти человек в эфир, который делал нам обложку на трек Пуэрториканка. Давай, Гена. Наконец-то. Я тебя увижу. Как оно? Как дела? Как дела? У тебя как? У меня нормально все. У меня тоже в порядке. Я там тебе написал ВКонтакте, ты там почитай. Да, скорее всего, я не увидел. Ну да, да. Заваливаюсь. Как облога? Супер! Вот спросил как обложка. Все, заебись. Я думаю, сконнектимся, еще сделаем, да? Хорошо, хорошо, обязательно. Ну все, давай, удачи. Спишись. Все, давай, все, тебе давай, тоже. Короче, давай, я пока. Вот, человек сделал нам огненную обложку на трек. Да, я бы с удовольствием приехал в любой город. Главное, мы говорили уже об этом. Главное, организаторы, главное, когда позовут. Вот. На сцене Сбрута, конечно, ребят, ну о чем речь? Конечно, да. Конечно, вы меня услышите. Нас услышите. Сбрута на сцене, конечно. Вот какие-то вопросики. В СПБ, как только, так сразу. Альбом, пока еще не думаем об этом. Вот, хотим пока по треково. Вот. С кем хочу фит? Да, честно, в мыслях, вот честно скажу, очень хотелось бы с Локдогом сделать что-то. Вот. С Чемоданами сделать что-то обязательно. Ну, с Лешей, с Гуфом, понятное дело. С Васей Бастой можно было бы тоже классно. Со Скрипом с удовольствием. Будут фиты еще со Слимом обязательно. Вот. Будут еще... Я не знаю, ребят, честно говоря. Вот пока еще на уровне договоренности у нас с Трувером 104-м. С ними должен быть фит. Очень надеюсь, что будет. Должно быть достойно. Вот, честно, очень хочу с Лизером сделать, и уже приготовил. Вот, я прям очень-очень хотел бы, мне очень нравится, как он делает. Ну, посмотрим. Так, вот, меня зазывают. Зазывают. Класс. Вот. Почему концерт Каспийского груза отменили в Баку? Все от организаторов зависит. Попался не очень хороший организатор, вот и все. Да ты тоже заебал, Эльдар. Что ответить, Эльдар, что ты хочешь? Какая машина у меня? А, нет, это Гусев спрашивает. У меня Citroen C4. Старенький, добренький. Спасибо вам тоже, всем удачи. Ребят, все вопросы по городам, то есть в каких городах мы будем и так далее, это, честно, не к нам, это не от нас зависит. Это все зависит от организаторов, еще раз вот говорю. Скуао, нужен пит. Обязательно. Сейчас он прилетит. Или как он уже прилетел, я даже не знаю, когда у него там концерт. Обязательно. Сразу наберусь, скажу, братан, вот есть демка огненная, вообще залетай.
Я бы с удовольствием с Мияги и с Энди бы сделал трек, но я не, пока еще никак не могу выйти на связь. Мы выходили на связь, но у ребят, видимо, работы много, и, соответственно, я это все понимаю прекрасно. Поэтому... Вот. Как будет, так сразу, я только за, только за. Скоро новые треки будут. Скоро новые треки будут. Алло, алло, Анар. Алло, алло. Анар. Алло, алло. В 15-м году привет. В 15-м году приезжали в Курган, вспоминай давай. Приезжали в Курган на концерт, помнишь? С таким человеком, как ты, конечно, забудешь, блядь. Слышь, 19 числа приезжали. Смотри, какой вопрос. Курган, город мой. Да. Я, короче, 19 числа у вас был концерт, а 19 числа вечером, 18 часов. А в 19 часов, короче, 19 числа меня, блядь, с утра забирают в военкомат, представляешь? У меня два билета випки, блядь. Два билета с корешем. И у меня забирают, кореш говорит, я один не пойду, мы им в пули своим бабам, понял? Короче, что обидно-то? А? А обидно-то что было? Скрин ебанул? Чего я не понял? Чего я не понял? Смотри, короче, было чего обидно, блядь. 19 числа меня забирают в морозилку, я сижу, блядь, и 21-го я уезжаю в Астраханскую область. Так. А когда пацаны ехали в Курган, вы с Екатеринбурга ехали. Ага. Вы на Курган, ага, на концерт. Два три офицера ехало. Ты одному из них, Руслану подарил диск, помнишь? Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Такие, такие подробности. Короче, такие подробности. Вы бухали в плацкарте прям жестко. И вот офицеру, то Руслану Миндагалиеву подарил диск. Ага. Как, ну, как всегда, ага, короче, подарил диск. Сделал ему, типа, РВСН-у от Анара, понял? У меня эта штука заламинированная лежит, только, ну, не тут. Ага. Ну, он ага говорит, вот, на, держи, типа, то, что ты не сходил на концерт, типа, вот, ну, в армию забрали. Блядь, обидно было в два раза, наверное, ебать. Ты вернулся с армии? Ты вернулся в армию? Не, я остался на контракте в Астраханской области. Все, ну, все. Ну, в Астрахань, как приедем, обязательно появляйся на концерт. Надеюсь, что приду, да. Давай, давай, скрин. Давай, давай, братан. Давай, давай, братан. Спасибо тебе огромное. Давай, 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 давай. Пока-пока. Порториканка красава. Спасибо от души. Спасибо от души. Давай, вообще мощь, давай. О, с Рэм Дигой, вот, точно, тоже хотел бы фит вообще. Кстати, вот не было же, да, и вот можно было бы замутить с Ромой-то. Почему Китобой? Ну, я говорил об этом. Это на самом деле старый проект, один из старых проектов моих. Вот решил возродить как-то. Сейчас все будут писать про какие-то проблемы с концертом. Кого-то забрали в армию, кого-то куда-то. На фит с Оксимироном. Вот я почему-то не вижу, честно говоря. Может быть, просто разная тематика и так далее. Я не знаю, я бы попробовал, скорее всего, но... Вот. Мой напарник с Каспийского дома. С семьей. Скорее всего, смотрит какую-нибудь классную умную передачу, как он любит. О, а вы слыхали, что у Чемодана